Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет-проект «Изучаем ПЛК-контроллеры, электронику, электротехнику». Сегодня продолжим наше знакомство с дешевым ПЛК-контроллером из Китая. Попробуем написать для него программу в среде программирования GX Works 2. И будем писать программу на языке ST. Давайте создадим новый проект. Создать новый проект. Выберем структурный проект. Вот если у нас простой проект, то язык программирования либо LD, либо CFK. Если у нас здесь структурный проект, то язык программирования может быть ST, либо FBD. Давайте попробуем написать программу на языке программирования ST. Здесь у нас выбираем тип CPU FX и тип контроллера FX2N2NK. Дальше нажимаем ОК. ОК. Здесь вот программ. Пишем нашу программу. И давайте напишем самую простую программу, какая только может быть. С входа X, ну, X0 передадим значение на выход Y0. Для этого пишем Y0, двоеточие равно, это у нас функция присвоения, равно значению входа x0. Дальше заходим в компиляцию и проводим компиляцию. Окей. Компиляция прошла успешно, ошибок 0. Следующим шагом давайте запишем нашу программу в контроллер. Заходим в connection. Открываем для настройки. Это у нас Serial USB. Здесь у нас после подключения преобразователя USB в RS-232, который шел у нас вместе с контроллером, он определился как виртуальный ком-порт 8. Соответственно, выбираем ком-8. Скорость передачи данных давайте выберем 9600. Нажмем Setup. Проверим контроль четности чет. Бит данных 7, стоп, бит 1. Нажимаем ОК. ОК. Следующим шагом давайте проверим наличие связи с контроллером, то есть тест связи. Вот у нас обнаружился наш контроллер. Нажимаем ОК. Это окошко можно закрыть. Ну и давайте в диспетчере устройств проверим настройки нашего компорта 8. Вот у нас ком 8. Параметры порта. Скорость 9600, бит данных 7, четность. Проверка на четность, четность. Стоп, бит 1. Нажимаем ОК. Закрываем. Дальше зайдем онлайн и запишем нашу программу в контроллер. Здесь выберем все. Select all. И записываем программу. Да. Нажимаем ОК, закрываем. Теперь зайдем в онлайн и запустим режим мониторинга. Старт мониторинг. К входу X0 я подключил кнопку. Нажимаю кнопку. Мы видим срабатывание кнопки на входе X0. Но у нас программа не выполняется. На выходе Y0 у меня подключено промежуточное реле, и оно на данный момент не срабатывает. Почему это происходит? Потому что контроллер сейчас находится в режиме стоп. Из режима стоп в режим работы его можно перевести с помощью переключателя. Здесь есть небольшой переключатель на контроллере, можно перевести его в режим стоп, а потом снова перевести в режим run. Либо можем вот отсюда, нажимаем этот треугольник. Вот мы здесь видим черный квадратик, это у нас то, что контроллер находится в режиме стоп. Нажимаем этот треугольник и переводим контроллер с помощью этой кнопки в режим работа. Да, перевести в режим работа.
Окей. Итак, контроллер перешел в режим работы. Видим run. Это у нас индикатор питания, это у нас индикатор работы. У нас статус мониторинг. Можем пока закрыть это окошко. На контроллере у нас заморгал светодиод работа. Нажимаем кнопку и видим, что программа выполняется. Сигнал с входа X0 передается на выход Y0. Нажимаю кнопку, на выходе щелкает реле. На этом наше небольшое видео завершаем. Спасибо.